после вибро тело свой наносится, прикатывается, все. Все по максимуму, сплошным слоем. Продливаем завон. Таким же образом все. Наносим, прокатываем. И потолок. Готов у нас. Готовы двери. Внутренний пол из двери первым слоем проклеивается вибро. Затем наносим шумопоглощающий материал вторым слоем. Таким же образом будет наноситься поверх первого и на дверях с внешней стороны. Приступаем.